Дедушка Мороза, Мороза ждешь? Да. Ну скажи. Дед Мороз. Приходи. Да. На праздник. На праздник. А какой ты стишок будешь рассказывать? Про Снегурочку. С утра? Это ведь я Снегурочке буду рассказывать. Поэтому меня про Снегурочку. Понятно. Начинаю представление. Для детишек удивление. Чтобы ребят не отвлекать, нужно сотовый убрать. Очень-очень просим вас выключить его сейчас. Пусть заботы подождут, не до них вам будет суд. Лучше с нами веселитесь, лучше в детство возвратитесь. Хлопайте и подпевайте с нами. Новый год встречайте! Идут часы, проходят дни. Таков закон природы. И мы сегодня вас хотим поздравить с Новым годом. Пусть здоровье будет крепким, жизнь счастливой до 100 лет. Пусть лишь радуют вас детки. А деток нет. Чтобы дети появились, песню с вами мы споем. Вспомним ту, что пели в детстве, зимним новогодним днем. В лесу родилась елочка, в лесу одна росла. Зимой и летом стройно. Зеленая была, зимой и летом стройная, зеленая была. Вот тень ей пела песенку, спит елочка бай-бай. Мороз мешком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз мешком укутывал, смотри, не замерзай. Посмотрите, сколько у нас гостей! Мамы, бабушки, папы! Сделали вот так все ручками? Делали, плакать не будем. А теперь опять возьмемся за руки. И давайте посмотрим, какая же елка красавица у нас. Давайте за руки возьмемся. Давайте посмотрим. И посмотрим, какая елка. Елка в шахах. Сколько шишек, сколько игрушек, хлопушек. Ну-ка, увидели, ребята? Ай, курица! Посмотрите, какой красивый колокольчик на нашей елочке висит. Наверное, волшебник. Если позвенеть, к нам могут прийти на праздник сказочные гости. Чтобы было веселей, позовем себе гостей. Да? Да! Да. Давайте присядем и позвеним колокольчиком волшебным. Проходим на стульчики. Проходим, проходим. Итак, звенит волшебный колокольчик.
я Мороза, и метели не боюсь. Внучка и дедушка Мороза, я Снегурочкой зову. Вот уж правда чудеса. Посмотрите все сюда. К нам Снегурочка пришла. Поздоровайтесь, друзья. Здравствуйте, ребята. А я слышу, что ваш волшебный колокольчик уже звенит. Думаю, уже, наверное, праздник у ребят начался. И уже пора к вам приходить. А вы ждете меня, Дедушка Мороза? Ждете. Но Дедушка Мороз идет следом. Дедушка Мороз идет следом. Но он просил, чтобы мы с вами праздник уже начали. Ну что, ребята, будем танцевать? Ну тогда заходите, ставьте ручки на плечах. Спинки выпрямляйте, шейки вытягивайте. Давайте гулять, танцевать. А еще стихотворение подготовил Костя. Костя? О,
фондом, директор. Давай, Костя, громко. Рассказывали. Да. А с Дед Морозом повеселиться, поиграть хотите? Да. Ну, тогда начинаем веселиться и играть. Будем вместе мы в кружок вставать, друг за другом и цепляться. Что вам дедушка покажет, то и будем танцевать. Договорились? Да. Точно. Смотрите, за дедушкой я поставлю сюда посох и будем... Вот так ручками сделаем, и в ладоши похлопаем. Вот так ручками сделаем, и в ладоши похлопаем. Ну-ка, держите за ручки, еще раз попробуем. Пошли, Оля, Деду Морозу. Держитесь. Какие вы! Все точно повторяйте! Молодцы какие! Ну, садитесь на места. Будем праздник дальше продолжать. Снегурочка, как мы продолжаем праздник дальше? Ты знаешь, тут у нас елочка не горит. Елочка-то красивая. Ой, да елка хороша. Достает до потолка. Вон, смотри. Да, только фонарички на ней не горят. А знаешь почему? А почему? А потому что посох мой волшебный еще не работал, и елочка не горит. Вот смотри, посох мой волшебный, ты веточек коснись, елочка красавица, для детей зажгись! Вот! Красивая елочка у вас? Красивая. Ну, Снегурочка, а расскажи, как погасить огоньки? Ой, дедушка. А я тебе... А если топнуть каблучком? Нет, 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 нет. Чтобы елку погасить, нужно щечки надуть и так... И быстро на нее подуть. Давайте. Оп, погасли молодцы. Огоньки. Ребят, а если топнуть каблучком... Елка опять загорится. Елку мы опять зажжем. Ну-ка попробуем. Громче. Ай да молодцы. А теперь опять погасим. Ну-ка. Набрали воздуха побольше. И... Оп, погасло. А чтобы зажечь, что нужно сделать? Давайте попробуем. Вот. И еще разок. Много воздуха наберем. А теперь опять зажжем. Давайте. Ай да молодцы. Запомнили? Да. Вот всегда так пользуйтесь этим волшебным способом. Договорились? Да. Ну, дружно скажите, договорились? Да. Еще громче. Да. Ах, молодцы. Красивая елочка. Елочка красивая. А что вокруг елочки обычно делают детки?
Какой? Хоровод ходит, все вы знаете. Ну тогда вставайте с Дедушкой Морозом хоровод вокруг елочки водить. Идемте ко мне за ручки, держитесь. Давайте, идем, радость, вот так. Идите, давай. Мы сейчас возьмем вовнутрь, заглянем,
И снежок в руки возьмем. Ну-ка, берите снежок, детки. Берите, не бойтесь. Вот они, какие снежки у Дедушки Мороза. Берите. Так. Самый большой выбрал. Так, бери. И ты бери. Вот, и ты бери снежок. Дедушка, мы тебе сейчас покажем, как мы с этими снежками танцуем. И я тоже с вами. Можно? Конечно, можно. Вот, возьму два снежка. Выходите, ребятки. Выходите. Будем лепить сюда. Снежки. Выходите. Глазки сюда поворачивайте. И будем лепить снежок. Как мы лепим снежок? Лепим, лепим. Вот как лепим. Давайте. За Дед Морозом вставайте.
Я посох заряжаю, а вы уж за него цепляйтесь. Давай. Так. Так. Все готовы, мальчишки? Да. Итак, на старт. Внимание. Марш! Поехали. Вот это скорость! Вам нравится? Вот, лети! Дед Мороз, лечу-лечу! На воздухе детей покатать хочу! Вот, вьюга летит! Догоняйте! Засекал время. За сколько три круга пробежали? Одна минута. Похлопаем друг другу. Молодцы. А теперь проверим с девочками. Садитесь, мальчишки. Девчонки, выходите. Готовы ставить рекорд? Ну, держитесь. Так. Снежинки, давайте. Держитесь. Готовы? Ну, на старт, внимание, марш! Я, Дед Мороз, лечу-лечу, девчонок теперь покатать хочу! У-у-у! Вот мы летим, да, быстро? Эй, второй круг пошел! Эй! Аккуратней на поворотах! Эй! Вот, девчонки, давайте! Успеваете? Нет, в третий круг! Бежим! Все нормально? Финиш! Какое время? Ура! Минута! Победила дружба! Похлопаем мальчикам и девочкам! Молодцы! Ай да молодцы! Ну, садитесь на свои места. Жарко? Жарко, девочка, жарко. Вот эти ребята нас разогрели. Да. Ну что, друзья, где-то праздник продолжали? Весело плясали, пели, танцевали, да? Ну, кто подскажет мне ответ? А чего-то все-таки нет. Чего нет? Подарков! Ах, мы знали все! Подарков нет! Ну, Дедушка Мороз приготовил подарки. Они, подарочки, лежат где-то здесь. Посмотрим, может быть, здесь? Дедушка, нет. Ты что, их забыл? Может быть, здесь? Нет. Ребята, нет. Может быть, тут? Тоже нет. Дедушка, ты забыл подарочки? А, вспомнил. Я-то подарочки всегда кладу под елочку. Итак, смотрю под елочкой. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот они подарочки! Вот они подарочки! Снегурочка помогает. Идем, идем, сейчас ты первый получишь подарок. Давайте, держись, с Новым годом! С Новым годом тебя! С Новым годом! Тебя с Новым годом! И тебя с Новым годом! Вот и тебя с Новым годом! Подняли подарочки! Все получили подарочки! Ой, да молодцы! Ну что ж, ребята, а что дедушке-то надо сказать? Давайте подойдем поближе к дедушке. Подойдите поближе. Скажем дружно мы спасибо! Спасибо! А теперь
скорее повернулись к мамам, к папам. Сюда идите поближе. Не-не-не, к дедушке подойдите. Идемте сюда, ко мне. Дедушке подойдите. А только глазки к нашим вот гостям повернем. Вот. Глазки вот. Поворачивайте. Смотрите прямо. Все поворачивайте. На мамочку, они же. Скажем дружно, улыбнись! Улыбнулись все! Ручки помахали! Еще раз ручки опустили, улыбнулись! Ну что, дедушке, еще раз скажем спасибо! На здоровье, мои золотые! Простите! Вот такими вы же елки! Здоровыми, сильными и умными! Слушайте, мамочек, папочек, воспитательниц, хорошо? Ну тогда, с Новым годом! А нам... Новым годом! А нам со Снегурочкой пора снова в сказку возвращаться! Увидимся в следующем году! До свидания! До свидания! До свидания! Чтобы выиграть.